Добрый день, дорогие зрители телеканала «Улправда ТВ». Меня зовут Дарья Сударева, и вы смотрите программу «Актуальное интервью». Сегодня в гости мы пригласили уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области, а также начальника управления по реализации единой госполитики в области противодействия коррупции Светлану Юшнову. Светлана Георгиевна, добрый день. Добрый день. Рада вас видеть. Ну, перед тем, как начать наш разговор, хотелось бы, чтобы вы уточнили для наших телезрителей, а чем занимается все-таки у нас управление по реализации госполитики, потому что само название управления, оно очень длинное, практически в 4 строки умещается. Вот по порядку самое главное. Ну, в соответствии с указом президента Российской Федерации 5 лет назад во всех регионах были созданы органы, которые занимаются непосредственно реализацией единой государственной политики в области противодействия коррупции. То есть в данном случае каждый регион должен идти как бы в ногу с федеральным законодательством и четко выполнять федеральный закон, в первую очередь 273 о противодействии коррупции. И вот в данном федеральном законе написано, что главная задача органов по противодействию коррупции, значит, это то, что воспитание нетерпимого отношения граждан к коррупции. То есть вот что мы часто очень с чем сталкиваемся, что люди считают, не подмажешь, не поедешь. То есть вспоминают русские какие-то пословицы, поговорки, присказки, и на этом как бы строят свое отношение. Но на самом деле, конечно, так быть не должно. Но, к сожалению, статистические данные, социологические опросы граждан показывают, что пока у нас еще далеко не все жители Ульяновской области понимают, что коррупция – это плохо, и в первую очередь именно от самих граждан зависит, чтобы ее стало меньше. Потому что мы же прекрасно понимаем, да, что, допустим, в той позиции взятка, да, один дает, другой берет. Соответственно, если не будут давать, не будут брать. Вот, то есть коррупция – это всегда двухсторонние отношения. То есть здесь обязательно два участника. Один, вот в данном случае пословица верна, один в поле не воин. Вот так же и здесь. То есть один человек здесь ничего не сделает. Но вот, к сожалению, мы проводили социологический опрос в конце 2022 года. И что мы увидели? Что только, значит, 21% респондентов придерживаются мнения, что случаев коррупции стало больше. Годом ранее эта цифра была 16%. Что почему-то люди считают, что ситуация ухудшилась. Да? 11% считают, что меньше стало. В прошлом году было их 13%. 35% опрошенных считают, что уровень коррупции не изменился. Годом ранее эта цифра была 45%. То есть вот данные этого социологического опроса нас несколько, ну как бы так, настораживают. Поэтому хотелось бы еще раз довести до всех жителей Ульяновской области, каждого из нас зависит, как мы будем жить дальше. Да? Как мы будем бороться с коррупцией, как мы будем профилактировать, какие профилактические меры принимать для того, чтобы изжить это очень отрицательное явление. Ну что мы можем сказать? Что, во-первых, что такое противодействие коррупции? Здесь у нас две составляющих. Это борьба с коррупцией, и этой составляющей занимаются правоохранительные органы. Министерство внутренних дел, ФСБ, прокуратура, то есть те органы, правоохранительные органы, в которых в компетенции есть расследование уголовных дел, там предварительное следствие, оперативно-розыскные мероприятия. Это те службы, результаты которых мы уже видим, когда задерживают, да, людей, которые связаны с коррупцией, передаются дела в суды, и мы слышим громкие приговоры. То есть это вот силовики, правоохранители занимаются этим. Что на органы внутренних, на органы в государственных органах субъектов, что на них возложено? На нас возложена именно профилактическая работа. Но в первую очередь, конечно, мы работаем
с государственными гражданскими служащими, с муниципальными служащими, с лицами, замещающими государственные должности Ульяновской области, лицами, замещающими муниципальные должности. То есть это своего рода вот такая внутренняя работа. То есть мы работаем внутри органов государственной и муниципальной власти субъекта. Да? То есть здесь у нас и работа большая по сбору справок о доходах-расходах, которые, в общем-то, всегда вызывают ажиотаж как у журналистов, так и у всего населения, о том, там, сколько, сколько чиновник заработал, сколько потратил и так далее. Это конфликт интересов, то есть кто может быть на государственной службе, там часто говорят, а вот может, могут ли родственники находиться там в одной структуре на государственной там, гражданской службе. Мы отвечаем, что могут, если они не подчиняются друг другу. Ну, допустим, брат с сестрой работают в каком-то министерстве, ну и, пожалуйста, они хорошо работают, к ним нет претензий, пусть работают. Но, допустим, брат не может быть руководителем у сестры, или там между супругами тоже не может быть такого состояния. То есть вот эту ситуацию мы тоже рассматриваем, предотвращаем, подсказываем, чтобы не было таких моментов. То есть это вот внутри. Конечно, много и других вопросов, которые касаются нормативной правовой базы. То есть мы же знаем, что, допустим, законодательство, оно постоянно изменяется, оно не стоит на месте. И, конечно, у каждого субъекта обязательно должно быть субъектовое законодательство четко соответствовать российскому законодательству. Если вносятся изменения в федеральные законы, соответственно, мы должны внести в свои нормативные правовые акты такие же изменения, то есть привести в соответствие. Поэтому это тоже довольно большая работа. Также у нас работа с независимыми экспертами. Мы же с вами понимаем, что, допустим, любой закон, любой нормативный акт, пусть это даже будет, ну, даже учредительный документ организации, если в нем будут прослеживаться коррупциогенные факторы, то мы понимаем, что в результате может получиться какая-то нехорошая ситуация, которая приведет либо к конфликту интересов, либо еще к каким-то печальным последствиям. Поэтому юристы, значит, которые инициируют все эти нормативные правовые акты, они проводят свою антикоррупционную экспертизу, и потом уже любой независимый эксперт может взять на сайте организации данный документ и провести свою независимую антикоррупционную экспертизу. То есть это работа с документами. То есть вот это внутренняя работа. И теперь самое главное – внешняя. То есть мы же понимаем, что не только государственные, гражданские там, и муниципальные служащие являются как бы участниками всех вот этих коррупционных там каких-то нехороших ситуаций. Мы знаем, что любой гражданин и в федеральном законе 273-м также прописано, что любая организация, независимо от формы собственности, то есть это может быть и ИП, и ООО, и какие-то там акционерные общества, но любая организация, она должна проводить вот антикоррупционную политику государства. И, соответственно, в статье 13.3 Федерального закона о противодействии коррупции все прописан алгоритм действий, то есть что должно быть в организации. Таким образом, мы понимаем, что все общество вовлечено в работу антикоррупционную. И поэтому, конечно, у нас самая такая большая активная работа это проводится со студенчеством. Студенты вузов, учащиеся техникумов, старшеклассники в школе. То есть это наша самая такая активная, подвижная аудитория, с которыми мы проводим всевозможные мероприятия. От простых каких-то лекций, там, допустим, с интерактивными элементами, до флешмобов, квестов. То есть то, что интересно молодежи. Да. И, допустим, вот смотрите, такая ситуация. Раньше у нас для того, чтобы, ну вот самый простой пример, поменять водительское удостоверение, срок давности подошел, нужно поменять водительское удостоверение. Либо получить паспорт,
либо еще какую-то услугу получить, нам что нужно было? Нам нужно было идти в организацию, которая оказывает эту услугу, там где-то занимать очередь, где-то что-то. И поэтому такой был стереотип, что надо найти кого-то из знакомых, да, кому что-то там, я не знаю, там, подарить там что-то, да, и для того, чтобы как-то без очереди вот это... Вот сейчас, благодаря тому, что на госуслугах можно совершенно спокойно записаться, прийти в течение 15 минут, получить водительское удостоверение, паспорт, зарегистрировать транспортное средство, зарегистрировать, там, допустим, недвижимость, то есть все, все, нет личного контакта между чиновником и, значит, либо должностным лицом и гражданином. Хорошо? Хорошо. Поэтому, конечно, молодежь, это активная аудитория, она уже, у нее в голову уже не приходит идти без записи на госуслугах. А вот, конечно, представители старшего поколения, которые как бы привыкли по старинке, вот здесь с ними несколько сложнее, поэтому мы с ними проводим работу. И когда работаем со студентами, учащимися, мы же понимаем, что взрослая аудитория – это их родители, бабушки и дедушки. Мы им говорим, вы не только сами осваиваете все вот эти вот сервисы, а, пожалуйста, обучайте своих взрослых. Поэтому вот создание центров многофункциональных, то есть, да, если ты не справляешься на госуслугах, ты можешь пойти в МФЦ, где опять нет встречи с чиновником, правильно? Встреча с регистратором, который просто смотрит список документов и, значит, принимает по этому списку, уже отправляет, то есть опять контакт исключен. Вот этот элемент взаимодействия чиновника и гражданина в каких-то, может быть, не очень больших вопросах, но которых очень много, вот это называется бытовая коррупция. Если здесь, значит, проявляются какие-то моменты, что должностные лица либо чиновники что-то хотят получить за то, что они выполняют свою работу. Вот эта бытовая коррупция вот на этом этапе, на этой ступеньке, она сейчас гораздо вот в лучшем состоянии, потому что исключено взаимодействие чиновника и гражданина. Также у нас в этом году, ну как, вернее, даже не в этом, а мы начали в конце 22-го года, но в марте 23-го года мы представили свой опыт на третьем антикоррупционном форуме в Вологде, где мы представили сказку, антикоррупционная сказка. Угу. То есть в игровой форме. Значит, у нас там зверушки, у нас там лесные жители. Они как бы играют, и дети вовлечены в эту игру, и устами сказочных героев мы рассказываем в самой простой форме, что такое коррупция. И вы понимаете, этот опыт очень пришелся по душе всей Российской Федерации. И, значит, нам звонило очень много коллег, очень много регионов, которые как раз вот нас все расспрашивали, как же это осуществить. И здесь вот, ну, казалось бы, а какая польза от детей, да? Ну, во-первых, дети уже с детства начинают понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Ведь правила дорожного движения с детьми тоже начинают в детском саду изучать, правильно? Это же не ждут, когда исполнится 18, и будут изучать, чтобы пойти сдавать экзамен на получение водительского удостоверения. Поэтому и здесь, и еще самое главное, и наша надежда на то, что ведь когда детки приходят из детского сада, их родители обязательно расспрашивают, чем занимались, что было. И вот когда они рассказывают взрослым о том, что они, как говорится, погрузились в такое, казалось бы, взрослую проблему, как коррупция, и слушали антикоррупционную сказку, но мы надеемся, что все-таки здесь на взрослых через детей мы тоже воздействуем. И поэтому таких мероприятий великое множество. Вот буквально сейчас уже проходит у нас очередная традиционная неделя антикоррупционных инициатив.
7 декабря будет большое мероприятие, где будут принимать участие студенты, государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, школьники. Будут работать различные интерактивные площадки. Будет, ну так, своего рода небольшое пленарное заседание, где мы наградим активных участников всех наших мероприятий. Ну, например, в городе Ульяновске проходил конкурс на лучший рисунок или стихотворение, посвященное антикоррупционной тематике. Определены победители в трех возрастных категориях, там от 7 до 18 лет, то есть участники, вот такой большой разброс. Поэтому определены победители, мы их будем чествовать. Это конкурс независимых экспертов, где люди в свободное от работы время, причем совершенно на безвозмездной основе, занимаются проведением антикоррупционной экспертизы. И поэтому мы проводим конкурс и награждаем победителей. Это и журналисты, которые сюжеты на поводу профилактических мероприятий по антикоррупции готовят как в средствах массовой информации, так и в печатных изданиях. Это организации, некоммерческие организации, которые представляют нам на конкурс проекты тоже по антикоррупционной тематике, выигрывают, допустим, конкурс, потом проводят на выигранную премию, проводят мероприятия и потом отчитываются перед нами, что они сделали. То есть вот такая в основном, конечно, профилактическая работа, пропаганда, вот именно воспитание у населения негативного отношения к такому явлению, как коррупция. Вот это наша основная цель. Вот в ходе вашего пояснения созрел вопрос про студентов. Вот вы рассказали про бытовую коррупцию. Вот как раз один из примеров, как студенты идут сдавать экзамены, зачеты, и тут получается, ну, очень много преподавателей берут взятки, так сказать. Вот тут как раз пример антикоррупционного вот этого. Вот в связи с мероприятиями профилактическими, которые вы проводите, как-то изменилась вот эта вот ситуация? Ну, вот посмотрите, для студентов как раз и для преподавателей есть очень хороший ролик, он где-то есть, конечно, в нашей сети интернет. Там ситуация такая, что в медицинском университете сдает экзамен хирург. И ничего сдать не может, и он как-то там конвертик профессору кладет. Проходят годы, и профессор попадает на операционный стол к этому хирургу. И профессор умирает, и хирург, в общем, все это переживает, и потом он уже просто уходит из профессии. Это настолько сильный ролик, и мы его в обязательном порядке, конечно, студентам показываем, потому что ведь мы учимся-то для чего, да? Медики для того, чтобы спасать жизни, преподаватели, педагоги для того, чтобы учить подрастающее поколение, юристы, чтобы защищать права граждан. Поэтому мы доводим это. И именно поэтому работаем со студентами. И, конечно, те студенты, которые у нас в активе, которые активные, они, естественно, себе такого не позволяют. Потому что они очень четко понимают, что, ну, это зло. Потому что, особенно, вот я говорю, вот ролик именно вот медицины. Это же просто очень такое шокирующее оставляет впечатление данного ролика. Ну, к вам как к уполномоченному часто обращаются люди, вот, потому что уполномоченные работают в том числе с обращениями граждан. Вот, да. Часто ли обращаются физические или все-таки юридические лица, и какие это, какого характера обращения? Ну, понимаете, юридические лица, как правило, обращаются к уполномоченному по предпринимателям. То есть у них своя как бы система, они работают с Толчиной Екатериной. Вот. А к нам, безусловно, больше обращаются граждане. Обращения бывают различного характера. Например, вот сразу хотела бы обратить внимание, что жаловаться на сотрудников МВД, там, допустим, на сотрудников любых других
федеральных структур мы не рассматриваем, мы перенаправляем их в прокуратуру по подведомственности. Потому что на федеральные структуры наша юрисдикция не распространяется. Поэтому, когда, допустим, мы читаем жалобу на там, что-то там в суде произошло, там, на помощника судьи, на судью, нет. Значит, наша компетенция распространяется на организации, которые являются областной структурой, муниципальные, различные, допустим, организации, которые созданы для решения задач вот именно там, областных, региональных, муниципальных. Люди жалуются, мы разбираемся, стараемся не оставить ни один вопрос без внимания, но очень часто мы вынуждены, допустим, отвечать людям, что если, допустим, уже состоялось какое-то судебное решение, то все. Если есть судебное решение, это у нас инстанция последняя в плане рассмотрения дел. Если есть судебное постановление, в него уже вмешиваться никто не будет. То есть здесь только можно идти и обжаловать даже дальше вышестоящие суды. Тогда мы разъясняем гражданам, допустим, что они должны вот эту ситуацию уже рассматривать в другом ключе. Вот, ну вот буквально в пятницу был прием. Гражданин считает, что ему неправильно рассчитали теплосети там, какую-то задолженность, неправильно что-то посчитали. Вот сейчас будем с этим разбираться, запросим все платежи, посмотрим, действительно ли это так. Но и, безусловно, не лично мы будем этим заниматься, а будет заниматься определенная структура администрации города Ульяновска, которая ответственная за эти мероприятия. Но мы будем курировать, обобщать и направлять ответ гражданину. Ну, вот вы уже в целом рассказали очень подробно о работе управления и видах коррупции. Вот расскажите именно о, в том числе вот о соцопросе, вы рассказали неутешительной, так сказать, статистике. Да, да, к сожалению, да. Вот именно на правительственном уровне какие меры принимаются, может быть, в следующем году какие-то планы уже есть? Ну, вы понимаете, вот на правительственном уровне вот именно работает наше подразделение, вот то, что я вам рассказала, чем мы занимаемся. И у нас еще создана комиссия, которую возглавляет губернатор Ульяновской области по противодействию коррупции, где мы разбираем ну, какие-то злободневные вопросы. Это и, допустим, нарушения, которые допускаются при реализации национальных проектов. Это, значит, работа муниципальных, например, органов именно в области противодействия коррупции. Если вы зайдете на сайт правительства Ульяновской области и откроете закладку «Противодействие коррупции», вы увидите все наши отчеты, чем мы занимаемся. Вы увидите антикоррупционную карту Ульяновской области, где, допустим, зеленый цвет – это такая положительная динамика по работе в области противодействия коррупции. Желтое пограничное и красное – это все. Это беда, нужно что-то делать. Поэтому вот основные направления, что касается правительства. И, значит, в этом году мы сейчас уже начали работать с подведомственными организациями, то есть выходим за рамки министерств и ведомств, уже смотрим в подведах, которые тоже должны выполнять требования федерального закона 273 о противодействии коррупции. И мы смотрим уже тоже у них документы. Мы все это оформляем распоряжением губернатора, то есть чтобы не было у нас никаких вопросов к легитимности наших действий. И еще у нас задумка, мы уже начали, первые мероприятия уже прошли, это работа с трудовыми коллективами. То есть не только студенты, школьники, дети. Вот мы сейчас подумали, что можно и в трудовых коллективах тоже проводить профилактические беседы. Потому что вот смотрите, ведь к ответственности за коррупционный проступок и либо преступление может быть приведен не только чиновник. Например, разыгрывается какой-то
конкурс, да, на проведение работ для государственного какого-то учреждения. И подрядчиком выступает же какая-то ООО, там, допустим, или какая-то иной формы строительная организация. Она выполняет работы, она получает бюджетные деньги на это. И если в ходе вот этих работ допускаются какие-то нарушения, бюджетные деньги идут не по целевому назначению, а в карман подрядчику. То есть не то, конечно, что он за работу берет, а плюс еще что-то сверху. И это контрольно-надзорные органы, если определяют, то к ответственности, в том числе и к уголовной, привлекается именно подрядчик, простой гражданин, который никакого отношения к чиновникам не имеет. Поэтому вот сейчас у нас в планах работа именно с трудовыми коллективами для того, чтобы для разъяснения. А вот с теми лицами, которые занимаются закупками в государственных органах, с ними мы, конечно, ведем очень большую работу. В этом году, как говорится, во взаимодействии с контрольно-надзорными органами, со счетной палатой, мы проводили сначала обучающие семинары, потом проводили проверку знаний у лиц, которые занимаются закупку, оценивали их, и, как говорится, кто показывал самые неутешительные результаты, приглашали повторно на и комиссионно принимали у них зачеты. То есть работу вот с теми, потому что это самая такая вот коррупционно опасная зона, это вот как раз государственные закупки. Причем далеко не всегда люди с умыслом допускают какие-то ошибки. Это может быть и просто по, допустим, незнанию, немного, если что-то где-то там не доучил в свое время или не так посмотрел закон и допустил ошибку при закупке. Но так или иначе отвечать придется по полной программе. Ну вот как раз в завершении последний мой вопрос про ответственность, которая грозит правонарушителям. Вот в начале программы вы правильно отметили, что в этой схеме два человека виновны, кто дает и кто получает взятку. Вот что грозит обоим лицам? Вот смотрите, ответственность за коррупционное правонарушение и преступление у нас все виды юридической ответственности касаются вот именно коррупционных вот этих проступков. Первое, самое серьезное, это уголовная ответственность. Это мы с вами видим, громкие уголовные дела, да, там какие-то комнаты с огромным количеством денег и так далее. То есть уголовная ответственность в первую очередь это дача взятки, получение взятки и посредничество во взятке. То есть когда не дает, не берет, но из точки А в точку Б переносит. Это может быть и мошенничество, когда, допустим, не просто там цыганка на базаре гадает вам, она вас мошенническим путем выудила у вас деньги. Здесь нет никакой коррупционной окраски. Да? А если чиновник путем каких-то мошеннических денег с вас что-то получил и, как говорится, что пообещал, да не сделал, то здесь уже будет у нас уже мошенничество тоже коррупционной окраски. И таких вот преступлений коррупционной направленности, их много. Это может быть и злоупотребление служебными полномочиями, и превышение служебных полномочий. Они могут быть как просто преступлениями, так и имеющими коррупционную окраску. И растрата, допустим, и какие-то там коммерческий подкуп. То есть довольно много, где-то порядка 12 статей Уголовного кодекса, которые вот как раз предусматривают уголовную ответственность. Сразу проговорю, что к уголовной ответственности у нас привлекаются только физические лица. Следующее по своему уровню, по своей жесткости идет административная ответственность. Тоже в Кодексе об административных правонарушениях Российской Федерации отдельной главы за коррупционные проступки нет, но не в нескольких главах есть явно вот такие, имеющие коррупционную окраску, правонарушения. Но первая, это пятая глава законодательства о выборах, это там подкуп избирателей, допустим, не опубликование отчета после выборов и другие нарушения, которые вот в избирательную кампанию допускаются, они тоже имеют коррупционную окраску. Это мелкая растрата,
может быть мелкое хищение, то есть это тоже идут коррупционные проступки. Самая такая частая статья вот именно административный проступок, который у нас подпадает под эту статью, это когда представитель юридического лица приходит к должностному лицу и пытается урегулировать вопрос. Ну, допустим, на юридическое лицо очень большие штрафы бывают у нас накладываются, да? Либо самое страшное для юридического лица – это приостановка деятельности там, на 3 месяца. Ну, представьте, продуктовый магазин на 3 месяца, если мы остановим, что у нас там? Все, продукты пропадут, людям заработную плату платить нужно. То есть это все, это практически крах бизнеса. И поэтому представитель юридического лица идет к должностному лицу, ну, давайте как-то решим, давайте либо штраф уменьшим, либо давайте мы вам заплатим, а вы нас приостанавливать не будете. То есть вот эта вот статья 19.28, она очень яркий такой представитель, вот именно по коррупционной направляющей. Штраф там просто драконовский, не меньше 1 000 000 рублей. То есть вот такой серьезный штраф. Также еще есть статья одна, которая носит коррупционную окраску, это когда после окончания своей трудовой деятельности, вернее, службы в государственных или муниципальных органах, гражданин устраивается на работу просто в организацию. Здесь есть обязанность нового работодателя известить прежнего работодателя о том, что приняли на работу государственного либо муниципального служащего. И там тоже, в общем-то, большая ответственность, довольно большие штрафы, если это не сделали. А для чего это нужно? А возможно, человек, пока находился на государственной гражданской службе, подготовил себе где-то теплое место, да, там куда-то распределял туда денежные средства, или там, я не знаю, какие-то гранты, субсидии, все это сделал, себе подготовил и туда пришел. Поэтому мы проводим проверку, когда нам присылает новый работодатель, что да, пожалуйста, мы говорим, да, все, нет вопросов, пусть работает. А если есть вопросы, то мы собираем комиссию, и комиссия принимает решение, что как бы не рекомендовано к работе. Следующий вид ответственности – дисциплинарная. То есть мы с вами видим, что знаем, что по Трудовому кодексу есть там выговор, замечания и так далее. Самое суровое дисциплинарное взыскание – это увольнение в связи с утратой доверия. То есть это не так давно этот вид как бы увольнения нам стал известен. Первым у нас был уволен в связи с утратой доверия. Президент уволил мэра Москвы Лужкова. То есть это был такой пример. Все никак не могли понять, что это за мотивировка такая. То есть сейчас лиц, уволенных в связи с утратой доверия, в общем-то, уже ну, как бы не один десяток. И более того, есть реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. То есть мы можем в интернете просто набрать, он в открытом доступе, и там мы увидим всех, перечень всех лиц, которые уволены в связи с утратой доверия. Причем мы там увидим и сотрудников федеральных органов, и региональных, и так далее. То есть все, к кому применимо вот данное наказание. В течение 5 лет, если попал в этот реестр чиновник или должностное лицо, в течение 5 лет оно там находится и потом автоматически исключается. Ну, либо если там более раннее исключение, возможно, только по реабилитирующим обстоятельствам. Поэтому, допустим, при приеме на работу чиновника всегда можно посмотреть, нет ли его вот в этом скорбном списке. И что еще хочу сказать. За коррупционные проступки, если наказание наступает, то оно несколько отличается от тех взысканий, которые в рамках трудовых отношений. Ну, допустим, опоздал на работу, не выполнил там указания руководителя. Это обыкновенные трудовые взаимоотношения, дисциплинарные взыскания, допустим, выговор. У нас любое взыскание, оно действительно в течение года. По Трудовому кодексу, если работник осознал, хорошо выполняет свою работу, ему там через 3 месяца могут по ходатайству руководителя снять данное взыскание. Вот что касается взысканий за коррупционные проступки, то здесь никакой льготы нет. 1 год
от начала до окончания. И если в течение этого года еще служащий совершает какой-то коррупционный проступок, то здесь уже однозначно увольнение в связи с утратой доверия. То есть вот дисциплинарная ответственность. Мы тоже понимаем, что дисциплинарная ответственность, она тоже только на физических лиц распространяется. И четвертый вид юридической ответственности – это у нас гражданско-правовая ответственность. То есть если действиями служащего, муниципального, государственного, значит, коррупционными действиями служащих был нанесен вред юридическому либо физическому лицу, то организация, в которой трудится этот служащий, естественно, несет ответственность, возмещает все убытки и затем предъявляет регрессный иск к служащему, который допустил вот это вот, значит, который допустил дисциплинарный либо там административный проступок. Таким образом, все четыре вида ответственности есть. Два – уголовная и дисциплинарная только для юридических лиц, а значит, административная и гражданско-правовая как для юридических, так и для физических лиц предусмотрена. То есть вот весь спектр ответственности, который только есть в юриспруденции, весь он применяется. На любой выбор. Спасибо большое, Светлана Георгиевна. Наше время эфирное, к сожалению, подошло к концу. Дорогие зрители, мы с вами увидимся уже в следующих выпусках. До новых встреч. Оставайтесь с нами. До свидания. До свидания.